нашу дачу. Всем привет, с вами Чанвел, я нахожусь побег от инстасамки. Наконец-то вышло новое обновление, называется «В школе у инстасамки». Давайте попробую пройти, поехали. Мне надоела эта тупая школа, еще эта тупая училка по химии. Наверное, я сегодня не пойду в школу и буду вести. Ладно. Конечно нет. Нет, я не хочу учиться, не забирайте меня. Я же умею. Конечно нет. Че? Как же мне надоела эта тупая школа, еще эта тупая училка по химии. Химия? Ладно. Положу тротил под дверь директора. Положу тротил под директора, ну ладно. О, ключ от зала. От какого нафиг зала? Понять не могу. Ладно. Кабинет от английского языка. Да блин. Игруха, не подлагивай. Опа, химия. Хорошо. Забрали тут ваши столы. Чё за фигню вы тут пишете? Чё? Сейчас я понять не могу. Не входить. Почему не входить? Еще как надо входить. Ну, войти точнее. Ладно. Погодите-ка. Это какой ключ? А, от кабинета директора. Ладно. Стоп, зеленка. О, еще и химия. Наконец-то я сделаю водородную бомбу. Ладно. Блин. Бежим. Не понял. Кабинет математики. Стоп. Книга забрать нам мне надо. Хорошо. Чукашлю. Так, сейчас. Беру химию. Ключ от кабинета. От какого нахрен кабинета? Ладно. Чё? Какой-то потолок? Или как называется? Ладно. Не входить. А, все. Ни хрена себе, Шрек. Наконец-то я сделаю водородную бомбу. Кабинет директора. Ладно. А, ой. Ладно. Так, хорошо. Хайп. Выбросить. Убегите из дома. А смысл? Ладно, сейчас. Я сделаю пульт от ядерки. Чё? Какой нахрен пульт от ядерки? Так, беру кабинет от химии. Ну, точнее, ключ. Кабинет от химии. Положу тротил под дверь директора. Чё? А, ладно. Всё, избежал. Орать я тоже умею. А, ладно. Нужно бежать.
Все, никакого телефона с Бравл Старсом. Ты наказан. Боже, как это меня бесит. А, не понял. Ты с кем сейчас разговариваешь? Кого ты видишь перед собой? Ты знаешь, сколько я заколачиваю в год? Ведь если я скажу, ты даже не поверишь. Знаешь, что будет, если я вдруг решу бросить мою работу? Ты точно не знаешь, с кем ты разговариваешь. Так что я подскажу. Уолтер Уайт, не трогайте меня, пожалуйста. Ни хрена себе. Одноразово мощно. Плохой конец. Нифига себе. Капец. Ну, неплохо так. Это плохая концовка или хорошая? Ну, я не знаю. Ну, ладно. Ладно. Короче, ладно, давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.